Хоть і давніх артефактів археологи розкопують чимало, але загадок не менше. На півдні Єгипту знайшли ще 200 злишком скельних поховань. Найперші з'явилися в період стародавнього царства. Він відомий як вік будівництва пірамід. Найновіші створювали за династії Птоломеїв. Вік відкритих поховань коливається від 2 до майже 4,5 тисяч років. Однак знайдені старожитності не розкривають вже існуючі секрети, а провокують ще більше запитань. Які б ще таємниці Всесвіту хотіли розгадати люди? Запитаємо просто зараз у народних експертів Дніпра. Уже поздновато розгадувати тайну Вселенної, тому таких вопросів багато в житті. Хотілося б знати з історії дуже багато фактів, які як-то не сфальсифіковані. Или забыты. То есть, ну, мы правда не знаем, но, к сожалению, мы никогда его не узнаем. Поэтому вопросы такие риторические у меня получаются. Ну, что еще интересного? Конечно, создание Вселенной тоже интересный очень вопрос, как она возникла. Мне бы хотелось узнать секрет вечного здоровья. Потому что так или иначе мы все переживаем о наших близких. Хотим, чтобы они были рядом с нами как можно дольше и чувствовали себя хорошо. Может, пишем, извините. Есть ценности, есть. Они поражают, конечно, и те же, я, скажем, и вес этих сооружений, и габариты, и как это все можно было вручную, задумываешься, конечно, над этим. Вот. Но сейчас же очень много сейчас стало в связи с космосом, там, в Антарктиде уже находят такие же пирамиды, вы знаете. Ну, много интересного. Сложный вопрос, какие-то они, не знаю. Меня интересует космос. Вообще, я бы хотел узнать, есть ли внеземная цивилизация и можно ли с ней как-то поконтактировать. Вот, что еще? Мне интересно вообще глубины океана. Вот, мне интересно, что там вообще обитает, кто там водится. Вот такие вот тайны. Я думаю, еще очень много нераскрытых видов, которые у нас есть на Земле. Предстоит людям открыть. Где добыть денег? Вот эта тайна, если она откроется, будет счастье. Не хотелось бы никакие открывать ни тайны, ни что-либо еще, потому что всегда за ними кроется что-то непонятное, еще какой-нибудь новый ковид или ховид откроем. Нет, спасибо. Что за бесконечностью находится? Наверное, но не сейчас. Почему так, а не иначе? А именно ситуации там... Почему, например, у нас там с политикой проблемы? Почему у одних хорошо, у других плохо? Как пример, почему там уровень жизни в одних странах выше, а во вторых ниже? Ну, почему войны происходят? Единственная тайна, успею ли я сейчас на работу или нет.